В Нижневартовском краеведческом музее проводят первые в этом году экскурсии. Посетителей в залах не было с прошлого марта, хотя и сейчас ограничения продолжают действовать. Рабочий день здесь разделили на сеансы. Попасть на экскурсию вартовчане могут только по предварительной записи. Одновременно в экспозиционном зале могут находиться 5 человек. Чтобы контролировать социальную дистанцию, на пол нанесли разметку. Люди постоянно звонили, приходили к дверям, пытаясь попасть. Причем приходили не только горожане, но и гости города. И, конечно, с одной стороны, было очень жалко, что мы не можем открыть для них двери. С другой стороны, мы чувствовали, что мы нужны, что нас не забыли, что наши друзья с нетерпением ждут, когда закончатся карантинные меры.